В отдел МВД России по району Орехово-Борисово-Северное поступило сообщение от 60-летней пенсионерки. По словам заявительницы, ей на домашний телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудницей одного из ведомств и сообщила о компенсации, которая положена ей в рамках социальной программы. Для перечисления денег неизвестная попросила сообщить ей реквизиты банковских карт и цифровые коды. После получения доступа к накоплениям потерпевшей, злоумышленница похитила их. Ущерб составил 24 тысячи рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в Ростовской области подозреваемые были задержаны. Ими оказались 31-летняя местная жительница и ее 36-летний сообщник. Злоумышленники на самом деле не работали в заявленном учреждении и обманным путем похитили деньги. По данному факту следствием отдела МВД России по району Орехово-Борисово-Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных. Задержана за мошенничество представлялась потерпевшим из пенсионного фонда. Говорила, что им денежные средства будут от Собянина. И переводили деньги на киви кошелек.